друзья мои. И это снова Тори. И снова на моей кухне. Часто нам говорят о том, что на нашем канале мы готовим слишком много десертов. Да пожалуйста, мы всегда рады вас, рады радовать. Готовим сегодня очень интересный салат а-ля китайская кухня, салат хорлинский. Я не знаю, кто этот салат придумал, но подают ее именно в Приморье китайцы, в китайских закусочных. Так мне рассказывал мой муж. Вот. Мы попробуем, конечно, изобразить то, из чего есть. То есть таких же специй, как в Китае, у нас однозначно нет. Поэтому пользуемся тем, что есть. Для начала я взяла 450 грамм капусты, которую уже нашинковала мелко. Чуть не забыла. Первым делом в кипяточек. Пол пачки это 100 грамм фунчозы. Все, утопили ее здесь и забыли хранить, пока она настаивается. Так, капусточка. К ней мы натираем, к ней 200 грамм морковки. Если у вас есть вот эта терочка, которая делает красивую корейскую морковочку, я очень за вас рада, так будет красивее и так будет правильно. У меня такой нету, поэтому я стараюсь максимально длинненько вот так вот на обычной терке. Так, морковочку мы натерли, я ее раскидала по всему столу, как обычно. Теперь капусточку с морковкой жамкаем, ну как обычно, когда мы солим капусту, чтобы она не пустили сок. Так, продолжаем. Капусточку с морковочкой мы уже все смешали. Берем огурчиков. Сколько у меня там огурчиков я взвешила? 250 грамм. Я всегда делаю этого салата много, правда. Вот видите, у меня миска какая. Потому что он реально очень вкусный и надолго не залечивает. Огурцы легкие, низкокалорийные. Теперь у нас есть 100 грамм перчика. Вы можете в принципе порезать как вам нравится. Но я порежу вот такими полосочками. Все, перчик я порезала, отправляю к овощам. А в некоторых источниках этот салат называется еще хэй-хэй, по названию города. Ну, по-хорлински это тоже по названию города. Так, теперь мы будем делать самое интересное. Блинчик из яйца. Переезжаем к плите. Мы поставили сковороду на огонь, добавили капелюшечку маслечка. Буквально просто, чтобы смазать. Не знаю, если у вас, конечно, к сковородке ничего не прилипает, вам повезло, у вас хорошие сковородки, то у меня прилипает, поэтому я смазываю. Теперь одно яичко разбиваем. Можно чуть-чуть подсолить прям граммовичку. Добавляем водички. Я думаю, пару столовых ложек более чем достаточно. Взбалтываем. Такой вот омлетик с водичкой делаем. И жарим тонюсенький яичко. Жарим его с одной стороны, с двух сторон. Итак, блинчик наш мы сняли, чуть-чуть его остудили. Теперь заворачиваем его вот в такой рулетик и режем меленько соломочкой такой. Режется легко и быстро. Все, порезали соломкой, отправляем в салат. Теперь фунчозу. Ее мы вытащили, остудили. Смотрите, она длинная, поэтому мы сделаем вот таким образом. Раз, два, чуть-чуть разрежем. Ах ты ж, блин, я ж, как всегда, все мимо. Ну, в общем, вы поняли, что надо делать. Берем 3 зубчика чеснока. И рубим их. Тоже все в салате. Теперь из специй. У нас есть молотый кориандр. И у нас есть молотый имбирь. По вкусу, ребятушки. Добавляем. Теперь, ох, у меня чесночок. Немножечко сахара. Что-то моя сахарница не хочет работать. Буквально, не знаю, чайную ложечку. И вообще нужно добавить сюда столовую ложку уксуса, пару столовых ложек растительного масла, желательно кунжутного, но у нас это большая проблема найти кунжутное масло, соевый соус и 2 китайские специи. Вот такие вот. У нас найти такие специи нереально, конечно. Поэтому мы поступили проще. Взяли обыкновенную корейскую заправку для фунчоза. Я думаю, такую заправку можно найти в любом магазине. В ней сразу есть и масло, и уксус, и все, все на свете, все, что положено. Я давала попробовать мужу салат с такой корейской заправкой. Он сказал, что практически не отличается от китайского салата, который он пробовал. Поэтому, значит, здесь у меня на 700 грамм салата даже маловато. Вот, видите, здесь масло, и все на свете здесь уже есть. Я думаю, во всех магазинах это имеется. Но в любом случае я сказала, да, что нужно добавить, если нет готовой заправки.
Все-все подробности в описании к видео. Перемешиваем хорошенько. Если мало соли, добавляем соевый соус обязательно. Чуть не забыла. Фишечка. Кунжутик. Я сыплю по вкусу, но у меня порядка 3 столовых ложек получается. Обязательно он будет очень приятно хрумкать. Все, тщательно все перемешиваем. Ах! Все, тщательно так перемешиваю, что мне все на столе. Запахло так вкусно, что у меня просто слюна потекла уже. Собственно, вот и все. Сервируем, подаем к столу, радуем себя и своих близких. Обязательно ставьте лайк, подписывайтесь на наш канал, мы покажем еще вам очень много интересного. Пока-пока!